Это опять я со своей. Это немцы проехали на своей говнотачках. А вот смотрите, вот это область дыни, арбуза. Вот они продают дыни по 5 рублей, по 9, арбуз вон оптом. Это они прям с полей, представляете? Это только одна точка. Они по всей дороге эти стоят. Дыни, арбузы, у каждого свои поля. И они вот продают, мы взяли попробовать. Но мы еще не попробовали. Вот я не знаю, что, когда мы будем пробовать. Водитель, скажи, когда будем пробовать. Когда у нас бензин кончится. А, когда мы будем... когда бензин закончится, мы будем на бензине с арбузом ездить. Поедем? Все, решено. Арбуз, и толкать. Да. Вот. Поэтому все, тут все в арбузах. Вот это нравится. Всем нравится. Всем. Все в арбузах. Страна ОС, страна арбузов. Вот это Волга, друзья. Видите? Вот это Волга. Корабли. Вот это была Волга со всей ее красотой. Вот так вот. А мы едем. Всяких дурачков на дороге хватает. Все тормозят, перегрелись, перепарились, что ли. По правой стороне, да, молодцы. Пока. Так. И вот. Мы находимся в преддверии открытия города Волгоград для жителей сибирского города Томска. Вот наши юные игроки, призеры поездки. Они выиграли поездку в Абхазию через Волгоград. О, своим рождением. Своим рождением они выиграли. Ся. Вон там у нас что-то. Город, вот это Михаил, это я. Мы просто подъезжаем к Волгограду. Это очень большой город. Хотим издалека увидеть нашу знаменитую родину-мать на моем кургане. Постамент, да. Памятник, постамент. Посвященный защитникам Отечественной войне, нашим солдатам в борьбе с фашизмом. В 1941-1945 года, во время Второй мировой войны. Увидите, пока это не наступило, имеется в виду, пока не ночью. Ночью, конечно, тоже красиво подсвечивает, но охота вот хотя бы в закате, чтобы это было красиво. Водитель вот наш прям высматривает. Но дети наши там развлекаются, тоже высматривают. Своим движением они там высматривают. Что же они там высматривают? Они высматривают правильно. Молодцы. Волжки, дети, молодцы. А это Волгоград. Не, поехали.